Сергей, Надежда и Степан День физкультурника железнодорожного района проводят на стадионе «Локомотив». Для семьи Советниковых веселые старты – не соревнования, а спортивный праздник. Степан занимается в футбольной секции, мечтает играть за элитный клуб в Испании. Надежда и Сергей – фанаты фитнеса. Ну, вообще физкультура важна вообще для всех в жизни, на самом деле. Просто и сейчас, кстати, очень развит фитнес с молодых лет. Девочки, мальчики, все занимаются, это очень прекрасно. Степан 10 лет, он уже занимается 4 года футболом. Старшему у нас уже 19. Он уже вышел из, как сказать, тренировочной, он уже играет со взрослыми мужчинами в футбол. День физкультурника районного масштаба на «Локомотиве» проходит традиционно. Несколько лет назад приходилось агитировать самарцев прийти на спортивный праздник. А сегодня от физкультурников нет отбоя. За кубок сражаются в мини-турнире футбольные команды, определяются сильнейшие в семейных веселых стартах и лучшие в сдаче норм ГТО. Мероприятие точно не отчетное, потому что даже вот это мероприятие сегодняшнее, оно проводится по инициативе самих участников. Выходили руководители предприятий, которые находятся в районе, с предложением провести вот такой прекрасный турнир, который проводим, собственно, для них. Готовят любителей здорового образа жизни к соревнованиям в Самаре тренеры по месту жительства. Только в железнодорожном районе их больше десятка, в городе около сотни. Программа по развитию физкультуры и спорта в Самаре работает уже почти 10 лет. Вы загляните в социальные сети, сколько много здесь людей, которые выставляют не просто так вот, они говорят о том, что они занимаются спортом, но самое главное, они показывают свои результаты. Для меня очень важно сегодня, что здесь семьи с детьми. Мы видим, что дети не на словах, а они говорят о том, что их родители вместе с ними прививают им любовь к здоровому образу жизни. У нас с вами должны заниматься здоровым образом жизни до 85%. Мы с вами в начале пути, но на правильном пути. Дни физкультурников на этой неделе прокатятся по всем районам Самары. А грандиозный праздник здорового образа жизни пройдет 10 августа. По традиции, во вторую субботу месяца. На второй очереди набережной. В программе квест, парусная регата, концерт и ночной забег. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.